Продолжит программу сообщений из Ельца. В храм Елецкой иконы Божьей Матери доставлен ковчег с частицей мощей святителя Спиридона Тримифунского. Встречал святыню правящий архиерей, епископ Елецкий Лебедянский Максим. Святитель Спиридон Тримифунский родился в конце III века на острове Кипр. В царствование императора Константина Великого он был избран епископом города Тримифунта. Вся его жизнь – это пастырское служение и дела милосердия. О пречудный святителю Христов, Отче Спиридоне, нынешнее наше моление прием, избави нас от всех бед и напасти, укрепи на враги страну нашу, даруй нам оставление прегрешений и изми от вечной смерти всех вопиющих о тебе к Богу. Аллилуйя! По свидетелю церковных историков, святитель Спиридон в 325 году принимал участие в Первом Вселенском соборе, где вступил в состязание с греческим философом против арианской ереси. Силу слов святителя нельзя было преодолеть, и в результате беседы противник христианства сделался его ревностным защитником и принял святое крещение. На том же соборе святитель Спиридон явил против ариан наглядное доказательство единства Святой Троицы. Он взял кирпич и стиснул. Мгновенно из него вышли огонь и вода, а глина осталась в руках чудотворца. «Это три стихии, а кирпич один», – сказал святитель. «Так и в Пресвятой Троице три лица, а божество едино». Святого Спиридона часто уподобляют пророку Илии. По молитве его во время засух, угрожавших острову Кипр, шел дождь. По слову святителя пробуждались мертвые, укрощались стихии, сокрушались идолы. Святой Спиридон Тримифунский прожил в праведности земную жизнь. Умер около 348 года. Мощи его покоятся на острове Корфу в церкви его имени. Покров и прибежище были всем тебе притекающим, верным еще в житии твоем. И святителю не оставил истина сиры. Святыня будет пребывать в храме Елецкой иконы Божией Матери до 21 ноября. Приложиться к ней можно в течение всего дня. Регулярно у мощей будут читаться акафисты святому и проходить молебны святителю Отче Спиридоне. Моли Бога о нас. Виктория Подхишвили, Дмитрий Сизинцев, информационный отдел Елецкой епархии.